سلام علیکم بیننده های عزیز، مخلصان و هواداران فوتبال. شب گذشته یک رقابتی بسیار هم مهم برای باشگاه فوتبال خوجند در دایره رقابت های جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و مخصوصا بازی فینالی منطقوی برگزار شد و دسته خوجند در میدان خود از تیم سوغدیان ازبکستان با حساب کلان مغلوب شد و از ادامه این مسابقه بی‌نصیب ماند. خوجند آخرین تیم تاجیکستان بود که کشور ما را در مسابقه بین المللی باشگاهی معرفی میکرد و همین طور سوغدیان به مرحله دیگر رفت، خوجند باشد از ادامه مسابقه به نصیب ماند. و امروز در برنامه که حالا به طور زنده منظور شما گردیده شده است، ما اطراف مهمترین پرابلم های همین رقابت، مهمترین اون چیزهایی که واقعا هم در این بازی دیده شد، با کارشناس فوتبال سابق بازیکن تیم ملی تاجیکستان طاهر مومینوف هم صحبت میشیم. خوش آمدید به برنامه. واقعا هم بسیاری از کارشناسان، بسیاری از مخلصان هم تخمین کرده بودند که دسته خوجند در این بازی نسبت به حریف خود نوبست از آن که در میدانش بازی دارد افضلیت کمتر دارد، یعنی برای پیروزی به دست آوردن و گذشتن به دور دیگر. شما چی نظر داشتید قبل از همین رقابت؟ Это футбол говорит о том, что заранее, что именно Согдиана выйдет, обыграет Хаджент, это, конечно, неправильно, но многие говорили о том, что Согдиана на голову выше и сильнее на данный момент Хаджента, но в этом есть ряд причин, понимаете. Если взять само выступление команды Хаджент, оно, в принципе, неплохое. Очень долгое время, несколько лет подряд, Хаджент выступал в Кубке Африка, в группе и никак не выходил из группы. В этом году команда вышла из группы, заработала рейтинговые очки. Ну, к сожалению, так получилось, что, вот смотрите, два года подряд узбекские клубы играют в Кубке Африка. Ну, все-таки по рейтингу, по уровню они более сильные соперники для нас, например. Да? Если бы эти узбекские клубы не выступали, я думаю, что и Хаджент имел достаточно шансов выйти в следующий этап, как и в прошлом году, играя с Насафом, когда они проиграли тоже крупно 4-0, и тоже Насаф выглядел на голову сильнее. Да? Но так, по большому счету, такой трагедии большой нету. Да, проигрыш 4-0, домашний матч, и все болельщики говорят о том, что да, проиграли 4-0, это так, без зуба. Ну, посмотрите, Хаджент столкнулся с этим, со многими проблемами, ну, по известным нам причинам, которые вот произошли, которых игроков дисквалифицировали. Эти игроки очень сильно подвели команду. На них была ставка поставлена, что два игрока, тем более один защитник, один полузащитник, это было лицо команды, и они сейчас дисквалифицированы. Да? Замену равноценно найти невозможно. Идет сезон, никакой клуб не хочет отдавать своих игроков. Поэтому найти кого-то, вот они только Эльчебека Рашидбекова взяли, и больше они никого подписать не смогли, потому что все находятся на контракте. И это все произошло буквально до закрытия трансферного окна. Что они могли сделать? Ничего. Поэтому и даже по игре замены, которые провел Хаджент, да, но они были неравноценные. Так, практически команда играет 10, 11, 12 человек, больше у них нету. Отсюда складывается то, что когда игроки чувствуют, что замены нету, и что их может тренер при первой же ошибке, которую он видит, что ошибка совершена линия обороны или линия полузащиты, он должен произвести ротацию, сделать замену, но у него игроков нет. И этот игрок играет с этими ошибками, он повторяет, и отсюда мы получаем голы. Бале. Хоп, бубинет, ки шуму дар мавриди иштироки дасте худжан гифтед. Вакан хам авалин бур дасте аз груба мархилей бади рохат гирифт. Йодвар мишем ки дар мархилей гурухи дасте худжан бо дасте копейдаги Туркманистан ва дордой дар Бишкек тавони соиби чор имтиоз шават. Хоп, чизи дигар он аз ки чи фарх кунанда буд нисбат ба он бузе ки Суғдиён дар мархилей гурухи анчом дод ва дар бузе финали мукабили дасте Худжан. Мы метавоним бигем, ки Суғдиён хам як тиме аст, ки масалан дар Узбекистон давоми чанд сол пурқувват шудааст ва барои мусобиқаҳои сатҳи баланд талош дорад. Хуб, Худжан хам дастаи бетаҷриба нест, солиёни зиёд аст, ки дар ҷоми Африка ҳунарнамоӣ карда истодааст. Опять же, я говорю, два года подряд узбекские клубы, один клуб представляет свою страну в Кубке Африка. С одной стороны, это очень хорошо, потому что мы должны равняться на ведущие клубы Средней Азии, да, вот нашей Центральной Азии, поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы догонять их. И тогда будет прогресс футбола, уровень клубов будет повышаться, что мы будем
когда достойно играть с соперником, когда будем побеждать узбекские клубы, тогда будет и наш футбол на подъеме, расти вверх. И, ну, сейчас, на данный момент, пока видите, 2 года подряд Хаджим проигрывает узбекским клубам очень крупно. Значит, есть какие-то проблемы, но эти проблемы надо решать. Ну, попозже мы, наверное, будем говорить об этих проблемах, а они есть. Ну, попозже. Бале. Хоп, бит дар мавриди фурсат хой ки дар кисми аввали рақобат буд, дар алоҳидаги гуфтам мегузарем, шуруъ мекунем аз дақиқаи чаҳоруми рақобат ки чӣ гуна имконият дошт дастаи Суғдиён ва онҳо имкониятҳои хеле ҳам зиёд ба миён меоварданд. Хоб, бубинед ки дифогарони дастаи Хуҷан дар бисёри маврид фурсат медонанд ба бузингарони дастаи ҳариф. Чаро масалан ҳамин гуна бузигузорӣ аз ҷониби футболбозони хати дифо аст? Хоб, набояд бузингарони профессионал дар ҳамин гуна фурсат иҷоза бидиҳанд ба бозингарон, ки дар ҷаймогоҳ хубтар бозӣ кунанд. Чӣ назар доред дар ҳамин маврид? Здесь, в общем, несогласованные действия всей линии обороны. Нет страховки, взаимостраховки между игроками. И мяч, который посылает за спину защитнику, да, защитник просто теряет ориентацию, и игрок соперника получает пространство и создает себе опасный момент. А почему бездействие такое, непонятно. Здесь 2 центральных защитника в этом матче сыграли очень отвратительно. У них были столько больших проблем. Даже если на краю, что с правой стороны, что с левой стороны, было много ошибок, да, ну, 2 центральных защитника постоянно не успевали, постоянно не могли взаимостраховать эти эту зону, чтобы вот оттуда не были созданы опасные моменты. Бале. Хоб, баъд аз ҳамин ҳолат, баъд аз як дақиқа дигар аниқташ, боз як фурсати дигар барои дастаи Суғдиён ба миён омад ва онҷо ҳам то як андоза нофаҳмӣ бозингарони хати дифо. Бубинед, зарбаи кунҷӣ иҷро гардид, аммо бозингарон аз ҷаримагоҳ тубро натавонистанд бароварда. Хоб, инҷо чӣ аст? Боз ҳам дар ҷаримагоҳ бозингарони Суғдиён озодона тубро мегиранд ва ба куҷои хоҳанд зарба мезананд. Ну, я здесь могу только процитировать, знаете, моего друга Оливера Шамамадова, да, зная на то, насколько, например, Сагдиана очень сильна, тем более, вот если сопоставить игры здесь, когда она играла в ЦСКА на искусственном поле, где они себя чувствовали некомфортно, а здесь натуральное поле, они постоянно играют на натуральном поле, они чувствуют удобно себя. Поэтому можно было ожидать, что Сагдиана сыграет так, как будет сценарий предложен тренером. Они отыграли от обороны, они быстро выходили в контратаку с забросами за спину защитников. Это было, они, наверное, изучали, что слабые места – это 2 крайних защитника, например, центральная линия. Вся оборона сыграла очень слабо. И эти пасы за спину, которые проходили, они все время проходили. Хаджин почему-то, да, болельщики, может, и погнали их вперед, да, Хаджин начал играть первым номером. Это грубейшая ошибка. Можно было выжидать, можно было играть 60-70 минут от обороны, да, ждать своего часа, держать ворота своей неприкосновенности и потом, значит, выйти в контратаку, забить гол, и можно было игру делать по своему сценарию. Ну, еще плюс здесь, знаете, можно сказать так, что в те моменты, которые 4 гола были забиты в наши ворота, ну, здесь и Кыргызбаев должен был выручать в любом случае. Он, Кыргызбаев, вратарь высокого уровня по меркам нашего чемпионата, да, но он не выручил в этих моментах. И из 4 голов 2, где он должен был просто выручать команду. Бале. Хобет, мы берем по имконете авалине, когда сэ Худжан дар бузим руза дошт, ва он хам дар дақиқаи ёз ҷариёни рақобат ба миён ва дар дақиқаи 11-ум Далир Ёдгуров зарба мезанад ва дарвозабон тубро мегирад. Хуб, чизи дигар мушоҳида шуд дар ин бозӣ, ки футболбозони Худжанд зарбаҳои аниқ ё мустақиме, ки аз масофаҳои дур шавад, надоранд. Хуб, дар бисёри дастаҳои мо ҳамин гуна мушкилӣ дида мешавад. Чаро футболбозон масалан бештар дар машқу тамринҳо барои иҷро кардани зарбаҳои рост, ки дарвозабонро дар ҳолати ногувор орад, ҳамин гуна шояд бештар тамрин намекунанд? Нет, все тренируются, все этим занимаются на тренировках. Просто если посмотреть действия игроков Сагдиана, линии обороны, да, все моменты, где игроки Хаджинта могли нанести удар по воротам, все моменты были блокированы. Полузащиты и обороны были блокированы. И там был пару моментов было тогда, знаете, когда был удар по воротам, несогласованные действия, при счете 3-0. И тренер Сагдиана, да, он там очень показывал свое недовольство, бросил баклажку, что игроки обороны и там какую-то концентрацию потеряли, да, хотя счет был 3-0, и он высказал это им, что должны играть очень строго. Даже счет был 3-0, я посмотрел моменты, да, вот, и при атаке Хаджента, все равно Хаджент хотел забить гол престижа, и у команды соперника, да, вот,
находились 7-8 человек в линии обороны, они находились и действовали очень слаженно. Бале. Хоп, ба худжан чина расед. Масан аз далер Йодгоров бисюр умед доштан босингер, уман мухлисони футбол. Вале дар мукобили далер Йодгоров Виталий, яки аз босингер, Денисов, яки аз босингерони хуби Узбекистон хунарда мой мекард. Хоп, чина расед амжо барой далер Йодгоров дар хамин ракобат? Наверное, какого-то мастерства, но надо смотреть, что если в нашем чемпионате такие моменты, где-то можно побежать вперед и не вернуться обратно в оборонительные действия, это может проходить на таком уровне, играя с такими командами. Надо бежать по 60-70 метров вперед и назад, значит, ну, видимо, в этом моменте он не готов, например. Это не только касается Далера Йодгорова, того же Цхиньяна посмотреть. Да? Это два крайних инсайда, которые работали, они работали только в атаку. Но они не работали и не помогали двум своим крайним полузащитникам. Бале. Хоп, акнун мегзарим боз ба имконияти дигар. Боз ам голи задаи футболбозони дастаи Согдион. Яне бисёр дар як ҳолати ногувор аст. Голи аввалини онҳо. Бубинед. Хоп, ба назари он ки чаро футболбозони хати дифои дастаи Хуҷанд дар муқобили капитани Согдиона ҳамин гуна бозӣ карданд, шумо чӣ назар доред? Воқеан ҳам дар ҷаримагоҳ мешавад ки як бозингар чанд нафарро дар ҳолати ногувор орад дар ҷаримагоҳ. Махсусан сухан ба Ҷасур Ҳасанов тааллуқ дорад. Само развитие атаки, как начиналось, Хаджин в середине поля потерял мячик. Отсюда пошла контратака. И посмотреть, где находился Чакалов, где находился Боротов в этом моменте. Они при ауте, в сбросе аута, они поддерживали атаку. Они забыли о том, что значит, можно получить контратаку. При выходе, когда Хасанов получает мячик, двое игрока бегут туда, блокируют мячик. Для чего нужен был это двум игрокам делать подкат, я просто... Сейчас не понимаю, да, вот осознаю, вчерашний матч смотрю, для чего нужен. Да, если один блокировку делает, он идет на подкат, другой должен был стоять на полусогнутых ногах, ждать, что будет передача или что, какие действия он предпринимает. Два игрока бросаются в подкат, они становятся неудел и просто получают детский гол в наши ворота. Ну, опять же, я говорю, даже при тех стечениях обстоятельств, в этом моменте и Киргизбаев немножко, если бы удачно сыграл, вот все-таки топ-воротар, да, можно было выручить команду в этом моменте. Бале. Хоб, бубинед ки чӣ гуна зарба зада мешавад бо пои чап ба кунҷи дарвозаи дастаи Хуҷанд туп ворид мегарад. Воқеан ҳам бисёр дар ин ҳолат хати дифои дастаи Хуҷанд чандон хуб бозӣ карда натавонист. Хуб, голи дуюми дастаи Согдион ки иттифоқ афтод дар дақиқаи баъди рақобат, дақиқаи 21-ум, ки онҷо мо мушоҳида мешавем, пеш аз ин як имконияти бисёр хуб буд, як ба як бозингари дастаи Согдион баромад, вале Шоҳрух Қирғизбоев, чӣ тавре ки шумо болотар гуфтед, хуб бозӣ карда натавонист. Яъне инҷо ҳам бозингарони дастаи меҳмон метавонистанд дарвозаи Хуҷандро рахна кунанд. Хуб, ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки кадом андоза даста омода буд ба бозӣ дар муқобили тими Согдион. Хуб, голи дуюми дастаи Согдион баъдан иҷро гардид ва он ҳам бо як иштибои худи футболбозони дастаи Хуҷанд аз маркази майдон. Эҳсон Бобоев ва баъдан боз футболбози дигар, ки инҷо натавонист тӯбро гирад, ин легионери тими Хуҷанд буд ва баъдан андар якдигар бозӣ кардан зуд бозингарони Согдиона ва боз ҳам дар муқобили бозингари Согдиона касе нест. Чӣ назар доред дар ин маврид? Опять, смотрите, опять пошла атака с чего? Сброса аута. Опять из сброса аута мы получаем контратаку. Опять идет просто заброс, элементарный заброс. Вот здесь можно было тактический фол совершать. Это развитие атаки погасить на начале стадии. Да? Опять этот ненужный подкат от Чакалова. Во-первых, он его не успевает. Опять же, действия Кыргызбаева, ну, под острым углом пропускать гол. Опять же, уровень вратаря такого уровня, как Кыргызбаев, который прошел такую большую школу. Ну, я считаю, что здесь Кыргызбаев тоже должен был вручать команду. Бале. Барсат, махорати бозингарони Харифан фарқкунанда буд нисбат ба бозингарони Хуҷанд? Ну, если так позволят играть, конечно, можно сказать, что да, они... выше наших игроков, да, на каком-то уровне. Нет, здесь чисто концентрация, здесь просто неправильные действия линии обороны. Посмотрите, где находится Боротов, да, в этом моменте, и Ачилов. Это два центральных защитника. Если Чакалов начинает блокировать, бежать, это
закрывать зону прострела, да, но Боротов должен был находиться где-то на линии, чтобы страховать, не Ачилов. Или Ачилов, они должны были поменяться местами, чтобы блокировать этот удар по воротам. Их никого не оказалось, и Чакалов не успевает, бьет удар с острого угла, забивает второй гол. Бале. Хоп, Назар Баонки Дарбузи, мукобили Артиш, Тимис Сурдион, аз вазиятҳои бозигузорӣ гол назад, аз вазъияти стандартӣ гол зад. Вале инчо ба тарзи дигар онҳо гол мезанд. Яъне фарқ ҳаст. Ну, ещё раз говорю, когда ССКА команда Сагдиана играла, она играла на искусственном поле. Она немножко себя чувствовала некомфортно. Но тактические построения ЦСКА, которые выстрелила против Сагдиана, они были очень грамотные в этом плане. Смотрите, мы получаем... Хаджин получает голы откуда? Идет длинный заброс передачи. Команда ЦСКА блокировала эту передачу. Команда ЦСКА не давала, она заставляла своих полузащитников, линию обороны, да, чтобы эту длинную передачу как можно меньше была. Они ее изучали. Хаджин почему-то очень много дал сопернику делать эти забросы, среднюю длинную передачу за спину своим защитникам. Отсюда столько проблем. Хоп, Асин Пештар, Худжан, я в форсате бисер хам хуб дош. Я не Асамин гол Пештар, зарбай Джалимави, потому что он в бисер инкунете хуб хам бадасу вардан. Я не дар зарбахуй Джалимави, я не дар вазиятуй стандарти, тим ему, мы видим, ки чандон фаол нест. Агар мы говорим, ки Худжан инкунет на дош дар ин ракобат, шат иштибо мекем, инкунетой хели хам зиод дош. Хоп, бубинет бахамон холете, ки Денисов анжо медихат, ва бадан Джаунгир Иргашев بعد از همین حالت تو برای جانبی دروازه ارسال میکنند ولی باز هم تو وردی دروازه نمیشود. Это был один из тех моментов, когда у Иргашева был такой момент, когда защитники соперника не блокировали его, дали нанести удар по воротам здесь, и вот Далер Егоров сыграл очень этот. А вот если этот момент за пенальти, вот я о том, этом ударе. Вот он блокирует, но он его не успевает, да, блокирует. Попади Иргашев в ворота, возможно, счет был 2-1. Хамин, холад бы назад, чему пенальти будет, Юна? Нет, здесь не было пенальти. Хоп, бали, мам не хотел назад, чему родар хамин маврит, бифа мам. Хоп, и думаю, мы идем, бадан, босам дар зутарин фурсат фулобусони Сурдион гол задан, голи сейми онго, аз джониби ҳамлагари ин даста иҷро гардид ва бисёр ҷои таассуф мегузарем ба голи сеюми дастаи Сурдион, ки дар дақиқаи 28-уми рақобат зада шуд ба дарвозаи дастаи Худжанд. Дақиқаи 28-уми рақобат, аз кӯрдадон хоҳиш мекунем, ки ин фурсатҳоро барои мо бомонанд ва боз ҳам партов ва боз ҳам хати дифо ҳамдигарфаҳмӣ надоранд. Дар ҳамин ҳолат бубинед, як бузингари хати дифо Алишер Баросов дар марказ аст, Фирдавс Чахалов натавонист дарёб кунад бузингарро ва ҳаминтавр гол ба дарвозаи Шоҳрух Хиғизбоев. Опять же, я говорю, здесь, если бы Боротов играл бы правильно, слаженно вместе с Ачиловым играли бы, вот этих забросов средней дальней передачи не было. Ну, посмотрите, два действия, Ачилов убегает, защищает ворота, Кыргызбаев выбегает, хочет спасти мяч, а Боротов находится где центральный защитник? Сзади игрока, это грубейшая ошибка. Бале, бисёр хатоги сахт аст аз ҷониби бозингарони тими Худжанд. Ва ба ҳар сурат фикр мекунам ҳамин чиз боис шуд, ки Рустам Худжаев тағйирот кунад дар ҷараёни рақобат ва он ҳам дар дақиқаи 32-уми рақобат ба амал омад, ивазшавии бозингар ва Парвиз Боқиев ба ҷои Алишер Баротов ба майдон омад. Яъне ин тағйирот то як андоза хуб ҳам буд, чунки Боқиев андаке хубтар ҳам бозӣ карда тавонист. Ну, это выбор Худжаева, если он посчитал, что стартовый состав Боротов играет сильнее Бокиева, значит, это выбор его, главного тренера. Мы здесь не можем сказать, насколько это было бы оправдано, если бы Бокиев играл бы с начала матча. Ну, играя весь первый круг с другим центральным защитником, сейчас в срочном порядке пришлось перестраиваться, да, вот. Поэтому, наверное, не нашли такого взаимопонимания два центральных защитника между собой, отсюда следствие таких грубейших ошибок. Хоп, имконети навбати ҳам дар ҷарёни ҳамин рақобат баъд аз 3 дақиқа ба миён омад ва бо як бозигузорӣ анҷом шуд. Боз ҳам фурсат медиҳанд бозингарони хати дифои дастаи Худжанд ба бозингарони ҳариф, ки ҳамлаи худро, ки бештар аксулҳамлаҳо ҳастанд, анҷом диҳанд дар ҷаримагоҳ. Бубинед, ду нафарро филе медиҳад бозингари дастаи Сурдион ва баъдан ҷониби дарвозаи ҳариф зарба мезанад. Маълум буд, ки аз лиҳози маҳорати инфиродӣ фулобусони дастаи Сурдион бештар хунардамои хуб нишон доданд. Не, ну здесь защитник действовал правильно, да, смотрите, он
контролировал ситуацию, он не падал в подкате, чтобы там вынужденная мера подкат, да, он контролировал. Да, вынужденно, и здесь уже и вратарь контролирует ситуацию, если из-под игрока защитника бить поворотом, то он, наверное, был бы Роналдо какой-нибудь, чтобы забить этот мячик, поэтому здесь все было под контролем, и здесь очень сложно было забить мяч. بله خب در دقیقه 41 رقابت فلوبوزان دسته خوجانت امکانیتی نوبتی داشتند و می توانستند که پیش از تنفس یک گل به دروازه حریفان زنند این در دقیقه 41 رقابت به میان آمد ولی اونجا فرصت نشد از کردن خواهش میکنیم که امکانیتی نوبتی رو برای ما شما نمایش بدهند فرصتی که دسته خوجانت داشت در جریمه‌گاهی حریف این همون لحظه که ما قبلا گفتیم ولی ضربه زده جهانگیر ارگاشف تاریخ دیدیم از پهلوی دروازه از میدان بیرون گردید خب نیمه اول به حساب 3-0 به انجام رسید شما تصور میکردید که در آغاز قسم دوم که خوجان ضربه های کنجی بیشتر کار کرد میتوانند به بازی برگردند بعد از حساب 3-0 Ну, 3-0, наверное, я думаю, что Хаджаев должен был найти какие-то слова в раздевалке, да, чтобы хотя бы матч не провалить, а хотя бы достойно сыграть, хотя бы попытаться, чтобы болельщики были довольны игрой, сконцентрироваться, забить какой-то гол престижа, да, если возможно, еще один гол забить. Но 3-0 у Согдиана отыграться было очень сложно. После первого тайма 3-0, я думаю, что и некоторые футболисты, не некоторые, а вся, наверное, команда понимала, что 3-0 отыграться невозможно. Угу. Просто надо было сыграть ради болельщиков, ради клуба, да, вот, чтобы достойно сыграть. Бузи Худжан, по назре шмо, да, хисим дюйм хоб будет на сарбах хисим явал? Ну, сложно сказать. Где-то, возможно, где-то команда соперника сбросила обороты, тоже, видимо, почувствовала, что уже игра сделана 3-0. И где-то в каком-то моменте они имели уже, что у них через 4-5 дней, там, тур в Узбекистане будет, сложнейший тур, например, они будут играть. И они начали экономить силы, они начали производить замены, и замены в некотором плане освежить игру, а в некотором плане дать игрокам основного состава отдохнуть перед матчами чемпионата Узбекистана. Бале. Хоп, босс, як имкунати дигар хам буд, дар кисми дюйм, боссам иджоза додан футболбозон дасте Худжан, ки боссингари тими Согдиан як ба як барояд. Вале зарбаш хуб иджо нагардид, чунки фурсат дода нашуд. Ба حملگری دسته سوغدیان اونجا سماندار اوچلوف در برابری او رقابت کرد یعنی در قسم دیوم باز همون کوستگی خط دفاعی دسته خوجان برعلو احساس شد و این چیز باعث با گلی نوبتی هم شد گلی چهارم هرچند در قسم دیوم ما امکانیت های گلزنی رو کمتر هم دیدیم تنها برای حساب بازی کردن فوتبالسان دسته سوغدیان اما ببینید گلی چهارم چگونه سر زد باز یک پرتاب هرچند سه فوتبالسان دسته خوجان امکانی مقابلیت کردن داشتند اما Иджоса Медиан Бабузингаль Хариф, который озолдан ворот Джеримаго, шо от вас арбасана? Здесь посмотрите, что левый защитник, то, что центральный защитник Ачилов, их расположение. Бали. Во-первых, он смотрит на мяч, он не видит игрока, идет заброс, передачу, он потерял игрока. Игрок соперника между двух наших защитников, да, защитников Хаджента, получает спокойно мячик, забивает гол. И это грубейшая ошибка. Плюс здесь, если разобраться, да, все вот три гола, которые были забиты, которые делалась эта средняя передача, да, здесь я бы, например, сказал бы, что очень большая вина здесь на двух центральных полузащитников. А, не Муфизатгаров. Да, да, это Бобоев и Джахангир Иргашев, которые играли в середине поля. Но они очень свободно давали игрокам соперника делать эти передачи. Если бы они их блокировали, я думаю, что таких атак и таких опасных моментов у ворот Хаджента не было бы. Не хотят просто работать черновой работой, они хотят просто играть в созидании, но так футбол не играет. با نظر من یکچون همچون نیمو فیزیتگری خطی میانه نرسید بوزینگری که بسیارتر با گیم که تصوری دیگر یعنی بوزینگری که بسیار حمله ها رو ویرون میکنه در حیطی دسته خوجان همین گونه بوزینگر نبود اپورنیک یعنی Ну, мы говорили о том, что те игроки, опять же, повторюсь, да, то, что игроки, которых дисквалифицировали, да, по ряду причин, которых мы не можем сейчас так озвучить, да, но это большая проблема была. Да, нету игроков. Каждый клуб мечтает, если вот я как тренер могу говорить так, что если у меня будет центральный полузащитник, который будет черновой работой заниматься, отнимать, я буду созидатель, если он будет мне пас давать, я буду созидать, но я знаю о том, что сзади меня стоит игрок, который будет все меня почищать и делать за меня черновую работу. Да? Здесь, ну,
Иргашев, но он черновую работу никогда не занимался, он это не может делать, да. Ихсон Бабоев остался один, что напарника, который его замещать будет, тоже нету такого. Отсюда следствие провала. Я все-таки надеялся на то, что Бабоев, он такой игрок, он очень классный игрок, что он может что-то показать, да, в отсутствии того своего преемника, который рядом с ним играл, да. Но оказалось так, что Бабоев очень слабо сыграл. Бале. Хоп, дар умум, чи метавон гуфт? Худжанд аз идоми мусобиқа маҳрум шуд, яъне акнун талош хоҳад кард барои роҳати навбатӣ барои соли оянда. Хоп, Суғдиён баъд аз пирӯзие, ки дар финали минтақавӣ дошт, аз ҷониби конфедератсияи футболи осиё соҳиби 100 ҳазор доллари амрикоӣ шуд. Яъне ин маблағи хеле ҳам калон аст. Агар тасаввур кунед, Худжанд инро ба даст меовард, бисёр мушкилиҳо ва бисёр проблемаҳое, ки дар даст буд, ҳаллу фасл ҳам мешуданд. Давайте не будем говорить о том, что Худжанд потерял, например, премию в 100 тысяч долларов. Да, эти 100 тысяч долларов в любом случае пошли на развитие клуба. И если бы на данный момент Худжанд бы, ну, поставили бы премию, да, 200 тысяч долларов, например, да, за выигрышный матч против Сагдиан, я думаю, что это не помогло бы. Уровень того, что сегодня показал Худжанд на данный момент с их проблемами, кадровыми проблемами, на то, что у них было, это очень сложно было. Понимаете, мне вот Ходжаева очень жалко. Да? В том году Ходжаев берет кубок, берет второе место. В этом году он выходит из группы. И сейчас все шишки сбрасывают на то, что Ходжаев во всем виноват. Так неправильно будет. Я думаю, есть много причин, есть много, знаете, негатива, да, в том, что мы отстаем от узбекских клубов. Почему? Можно так сказать. Да? Ну, посмотрите, команда областная, ведущая команда Сагдийской области. Худжанд, да. Ну, базы нету. Стадиона тренировочного нету. Да, но это большая проблема. Вообще вся проблема наших клубов, если мы хотим подтягиваться к узбекскому футболу, ну, на данный момент узбекский футбол находится, ну, на высоком уровне по сравнению с нами. Да? Мы не можем, мы не отстаем от них, поверьте мне. Да? Да, есть большие зарплаты там в узбекском футболе по сравнению с нашими, да? Но это все такая, знаете, каждый чемпионат, если в Англии люди получают там миллионы, да, то, например, в той же Бельгии люди не получают таких миллионов. Но уровень чемпионата соответствует. У нас то же самое. Мы никогда не проигрывали узбекскому футболу со времен, с тех времен, когда выступали команда «Памир», когда выступал «Вахш» и «Худжанд». Да? Сама структура страдает у нас. Если мы эту структуру исправим, если мы будем делать правильные вещи, да, дальше, мы сделаем шаг вперед. Мы не будем говорить, вот все говорят о том, что мы, надо нам 10, 15, 20 лет, чтобы догонять их. Нет, они тоже будут расти. Чтобы это все пройти быстрее, надо эту структуру немножко поменять. Посмотрите, что происходит. Базы нету. Команда собирается за 15 минут, за 20 минут до начала тренировки. Плюс футболисты какие некоторые, да. Я не касаюсь сейчас Худжанда, я говорю, в общем, о других клубах, да. Футболисты работают в такси, где-то еще работают, на тренировку приходят уставшие. Что тренер с них может требовать на тренировочном процессе? Ничего. Футболисты живут, например, тот же Худжанд, да, их там питание, молодцы, они стараются, все делают, но это не база. Тренер не контролирует их уровень жизни, да, чем они занимаются, как они готовятся к тренировке, не контролирует. В идеале каждый клуб должен иметь тренировочную базу. Клуб должен собирать футболистов в обед, их покормить, они должны покушать, отдохнуть, и тренер тогда должен провести полноценную тренировку. Этого не происходит, отсюда следствие не только Худжанда, и других клубов тоже следствие этих грубейших ошибок. Бале, аму бисёри аз масалан мудирони клубҳо баро назар астанд ки шароит надоранд. Шароити моли надоранд ки масалан як база ташкил кунанд дар даста. Посмотрите, Федерация футбола Таджикистана делает очень много для клубов. Если по сравнению с прошлыми годами, да, очень много для сборной, для клубов. Результаты сборной, результаты клубов, они две разные вещи. Да? У нас только истекло показывает на международной арене, да, большой это прогресс. Да? Сейчас Худжанд, ЦСКА, они в этом году рейтинговые очки подтянули, они тоже набрали свои очки. Но теперь на этом не надо останавливаться, надо идти дальше. Но чтобы этого дальше было, надо немножко глубже. Клубы тоже должны самостоятельно развиваться. Не все время надеяться на то, что Федерация футбола сделает то, Федерация футбола сделает это. Клубы тоже должны развиваться. Федерация футбола обязанности не входит, чтобы у каждой команды была база. Чтобы у каждой команды было тренировочное поле. Но этого нету. Посмотрите, команды высшей лиги играют.
Как они играют? Как они тренируются? Файскан. Тренировочного поля нету. Стадиона собственного нету. Хаджин в таком же состоянии. Да, да, есть стадион 20-летия независимости. Да, вот это и есть стадион. Но они там через раз тренируются. Им пускают, не пускают. Своего поля нету. Да. И многие такие клубы так обходятся. Почему? Потому что вся проблема начальника команды клуба. Все надеется на то, а выделят деньги, мы сделаем, не выделят деньги. Надо искать, надо работать. Первая основоположность – это база, тренировочное поле. Тогда будет постоянный прогресс. Тогда тренер может собирать за два дня на игру команду, закрывать на базе, да, чтобы все игроки от всех проблем отошли. Да, тогда полноценно готовиться к игре. Тогда будет правильная подготовка. Бале. Вохен хам ва бисёри аз дастаи тоҷикистон хам орзу мекунанд, ҳадаф доранд ки дар ҷоми Африка бозӣ кунанд. Вале вақте масалан ҳамин гуна шароитҳоро надоранд, баъдан натиҷаҳо намешавад. Хуб наметавонанд ки дар муқобили дастаи дигар арзанда бозӣ кунанд. Ин метавонад боз як таъсири дигар ба футболи тоҷикистон занад, чунки бубинед дастае ки агар ҳамин гуна шароите ки шумо болотар гуфтед дошта бошад, майдони тамрин, база ё қароргоҳ, дигар майдонҳо, ман фикр мекунам баъдан бояд даъво кунанд барои роҳат ва ҷоми конфедерасияи футболи Осиё. У каждого футболиста есть мечта, например. Каждый футболист мечтает играть за сборную Таджикистана. Более. Наши футболисты, да? И каждый футболист мечтает играть на международной арене в составе клубов на Кубке Африка, в Лиге Чемпионов. Это мечта футболиста. Если к этой мечте не идти, в футбол не надо играть. Mm-hmm. Это каждого мечта, да? Если посмотрите, вот недавно до игры с Джизаком, да, в Фейсбуке выложили пост болельщики, да, болельщики Хаджента, да, о том, что они просили главу области освещение сделать, чтобы матч проходил в вечернее время. Бай. Этого не было. Хотя для такой области это, я думаю, небольшая проблема. Бай. Наверное, было бы, знаете, если бы было вечернее время, наверное, другие скорости, другой футбол, наверное, был бы. Да? Агар на Душанбе еще чебузи? Ну, здесь, наверное, Хаджин бы... Здесь хитрость была бы, да, например, если взять то, что если бы в Душанбе на синтетическом поле в вечернее время, да, наверное, какой-то плюс был у Хаджента. Они могли бы за 10 дней раньше сюда приехать, подготовиться, да, и Сагдиана, наверное, какой-то дискомфорт почувствовала здесь, на искусственном поле. Они, не могли, они себя некомфортно чувствуют на искусственном поле. Наверное, на этом тоже можно было бы сыграть. Бале, ва ҳатто вақте ки бузӣ ба соати 7-8 гузошта мешуд, ҳаво хеле ам салқин буд, мухлисон ам зиёд меомаданд ба варзишгоҳ. Не, ну, узбекский футбол все матчи проходят в 7 часов, 8 часов вечера, да, к этому это на них бы не повлияло, а вот синтетическое поле, да, сыграло бы на руку Хаджента. Бале. Хуб, ба ҳар сурат, агар Хуҷанд ба даври дигар мегузашт, боз ҳам бузӣ навбатиро дар майдони худ қабул мекард, чунки дастаи Согдиён мебоист дар сафар бо Эстерни Гонконг бози кунад, вале даса Эстерни Гонконг аз мизбони ҳамин бози даст кашидааст ва акнун дар майдони Согдиён бози баргузор мешавад. Ба сурат афсус хӯрдан ҳам мумкин аст аз набаромадии дастаи Хуҷанд, вале ба ҳар сурат ҳар бохт, ҳар мағлубият боз дар оянда метавонад барои рушди дастам таъсир гузаронад. Умедвор ҳастем ки тими Хуҷанд роҳбарияти даста боз ҳам дар оянда он шароитое ки барои бозингарон барои даста лозим аст фароҳам меоваранд ва даста барои роҳат ба ҷоми конфедерасияи футболи Осиё мубориза мебарад. Акнун умеди футболбозони дастаи Хуҷанд танҳо дар лигаи олӣ аст ки натиҷаҳои хуб ба даст оваранд, чун вазъи дастаи Хуҷанд ҳам дар ҷадвал чандон хуб нест ва охири ҳамин ҳафта онҳо дар сафар бо равшани клуб бозии худро баргузор хоҳанд кард. Хуб, ташаккур аз суҳбат роҷе ба баромади дастаи Хуҷанд дар бозии финали минтақавӣ. Аз Тоҳир Муъминов изҳори сипос мекунем ва умедвор ҳастем ки дар барномаҳои баъдӣ ва махсусан дар барномаи 90 дақиқа мо атрофи боз дигар масъалаҳо ҳам ҳарф хоҳем зад, ки рақобатҳои дигар дастҳо ҳам баргузор мешавад ва имсол фикр мекунам ки барои роҳат ба даст овардан миёни дастаҳои лигаи олӣ ба ҷоми конфедератсияи футболи Осиё мубориза боз ҳам пуршиддат мешавад. Ташаккур аз шумо бинандаи азиз ва арҷуманд. ҳаминҷо барномаи мустақимро ба анҷом мерасонем. То нашрҳои дигар сеҳатманду пирӯз бошед. Хайр.